В марте 2014 года студентами Полесского государственного университета была заложена березовая аллея из 20 деревьев. С тех пор эта традиция прижилась. В этом году ко дню белорусско-российских отношений студенты университета факультета организации здорового образа жизни на новой набережной высадили аллею саженцев рябины. У нас в посадке всегда участвуют и белорусские студенты, и студенты, приехавшие из России и обучающиеся у нас в университете. Мы надеемся эту традицию продолжать, продлевать. Мы считаем, что это очень и правильное мероприятие, и полезное. То есть озеленение, во-первых, полезно и городу, то есть мы добавляем деревьев, это, ну, я думаю, здесь не надо объяснять. И труд, он, совместный труд, он всегда объединяет. Полесский государственный университет, объединяя соседним государством, и тот факт, что студенты ПолесГУ регулярно участвуют в научных конференциях, проводимых российскими вузами. Студенты нашего университета ежегодно участвуют в конференциях международных, которые проходят на территории Российской Федерации, и также обучаются в нашем университете студенты из России, нас это объединяет. Я считаю, что эта традиция очень позитивная, она объединяет наши народы, наших студентов и закладывает хорошие отношения между нашими нациями. Кроме этого, в Полесском государственном университете учатся и студенты из России. И подобная традиция совместной посадки деревьев укрепляет взаимоотношения между представителями двух стран. Я приехал из России, учусь здесь в Полесском государственном университете, мне здесь очень нравится учиться. Ну, это хорошая традиция, она объединяет нации, народы. Во время первой акции студенты посадили березовую аллею. И в прошлом, и в этом году они высадили рябиновые саженцы. Пройдут годы, и на новой набережной вырастут аллеи, которые станут украшением нашего города и памятью о дне единения Беларуси и России.